плечи к ушам тянем и затем просто бросаем их вниз, расслабляем и тянем макушку вверх. Еще раз зажимаем плечами шею, напрягаем мышцы трапеции, над плечи. И затем с выдохом просто бросаем несколько раз чуть быстрее, по одному попробуем немножко координацию задействуем. И еще сделайте несколько проворотов, догреваем плечи. Теперь мы разогреваем шею за счет наклона головы в ритме дыхания. Выдох вниз, вдох вверх, выдох вниз, вдох вверх в ритме своего дыхания. Немножко в динамике поделаем из стороны в стороны наклон головы. Не напрягайте при этом плечи при опускании головы. Немного в динамике, затем статики растянем. Динамика, она хорошо прогревает. И повороты головы. Не наклоняем, а именно поворачиваем голову из стороны в сторону и направляйте взгляд в сторону поворота. Плечи старайтесь не задействовать, только голова поворачивается. Хорошо. Теперь вперед-назад. Затылком тянемся назад к задней стене, подбородком передней. Затылком назад, подбородком вперед. И чувствуйте всегда свою шею, чувствуйте прорабатываемую область. Попробуем по кругу, такое сложно координационное движение, насколько получается, настолько делаем. Хорошо, со временем у вас оно будет получаться. И теперь мы руками еще больше прогреем шею. Вообще разминка, она всегда очень хорошо способствует, и разогрев способствует растяжению, эффективной гибкости. Вращайте голову мягко, плавно, придерживая руками шею, чтобы не было пересгибания. Обратную сторону. Хорошо. Чувствуем шею. И делаем замок руками. Снова тянемся вверх. И сгибаем локти. Хорошо. Из стороны в сторону. Локоть тянется к талии. Можете делать чуть медленнее. Разгибаем суставы. Делаем такое движение вращения, все время подбородок тянется немного вниз. То есть не запрокидывайте голову назад. И делаем наклон, потянитесь ладонями вперед, лопатками в сторону, ощущаем межлопаточную зону. Отлично. Если руки, ноги затекают, вы можете их менять. Хорошо. И теперь в статике. Наклонили голову и держим. В этот момент направляем внимание и дыхание в область натяжения, боковые мышцы шеи. Если есть тенденция задирать плечи, старайтесь этого не делать. Наблюдайте, что плечи остаются расслабленными. И для усиления можно положить ладошку на верхнее ухо, добавить вес руки, усилить растяжку. Если вам и так достаточно, не прибегайте к прогрессии, то есть не усложняйте. Выдох, вдох, выдох, вдох. Почувствуйте шею и в обратную сторону. Если у вас есть проблемы с шеей, да, то есть грыжи, протрузии, пожалуйста, будьте очень аккуратны. Прислушивайтесь к ощущениям тела. Если на какую-то позу есть ощущение, реакция боли или дискомфорт, то либо исключите это движение, либо делайте 50%. Хорошо, теперь наклон головы вперед. Здесь у нас растягивается, как вы почувствуете, не только задние поверхности шеи, но и весь позвоночный столб, поэтому будьте аккуратны. Тянемся подбородком к груди, затем подбородком вверх, передние мышцы шеи немного натянем. Не расслабляйте при этом шею. Снова наклон вперед. И если вам растяжки недостаточно, вы очень бережно можете наклонить голову за счет рук. Если растяжки достаточно ощущения, то не делайте этого. И как компенсацию еще раз подбородок вверх. Хорошо. Теперь мы делаем такие загребательные, так сказать, движения, как эскалатор. Закапываем вперед, как можно вниз и к себе. Вперед, вниз, к себе. Такие закапывающие, загребающие. И в обратную сторону, наоборот. Выкапывающее движение. Тянемся подбородком к еремной ямочке и выкапываем из нее. Будьте внимательны к ощущениям шеи. Хорошо, очень мягко повращаете
таз подушку, либо чаще меняйте ноги. Хорошо. Скрутка шеи и наклон головы, как лебедь. Хорошо. В другую сторону. Поверните голову и наклоните ее вперед. Почувствуйте. С очень много мелких мышц шеи мы стараемся здесь все задействовать в разных упражнениях. Хорошо. И еще в другую сторону. Вперед, наклон головы. Плечи расслабляем. И теперь сделайте замок руками и хорошенько помассируйте затылок. Вообще самомассажи никогда не бывают лишними. Вы можете его делать до занятия, во время занятий, после занятий, для того, чтобы помочь мышцам расслабляться и растягиваться. Промойте плечевой пояс, локти, запястья, захватывайте как можно больше мышц. И еще немного повращайте голову по сторонам, придерживая руками шею. Избегая переизгиба. Чувствуйте себя, дышите в обратную сторону. Еще немного внимания, уделите мышцам шеи. Направим туда потоки крови, внимания. И еще раз потянитесь руками вверх хорошенько, все позвоночником. Немножко сделаем наклон из стороны в сторону. Положите ладонь, или если получается, не отрывая ягодиц, локоть на кровать, либо на полу, если вы занимаетесь. Затем мягко наклонитесь вперед, не обязательно как я, как получается, в своем комфортном режиме. Не забывайте делать выдох во время входа в позу. Вдох, подняли руку, и выдох, вошли в наклон. Хорошо, ягодицы придерживайте на кровати, не отрывайте. Видим наклон комфортно вперед, выдох, 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 хорошо. И затем сделаем небольшой прогиб, положите руки за спину, как можно ближе друг к другу, облокотитесь на них и вытолкните грудную клетку вверх, затем выдох, наклон вперед, потянитесь, наклоните голову, отлично, почувствуйте себя на этом уровне. Дальше мы делаем скрутку в любую сторону. Скручивание очень хорошо воздействует на органы брюшной полости. С утра это очень полезно, так как перистальтика кишечника активизируется. И в другую сторону. Хорошо. И на этом заканчиваем. Делаем вдох руками через сторону вверх. Выдох расслабляющий. Вдох, потянитесь, почувствуйте свое проработанное тело. Learn how you can tackle climate change at sciencemoms.com.